Привет! Да, это та самая нарезка со стрима, где я установил новый рекорд 49 киллов, играя соло против сквадов. Предупрежу сразу, я играл не на своем аккаунте, а на Акича жены. Также я хочу тебе напомнить, что я играю без гира, так что если тебе нужна моя сенса, все нужные ссылки буду жать тебе в описании. Приятного тебе просмотра! Так... Давай, нихера, от души. Так... Ну, из всего, что можно было дать, конечно же, только... Ой-ой-ой. Ну что ты рассчитывал? Ой-ой-ой. А меня что, типа пушат? Допушились, ребятки. Так. У кого-то жоп, кстати, прикол. Он явно этого не ожидал, конечно. У меня еще кто-то. Такой вопрос. Ага, люди прилетают новые. Чё собирается сразу на дракона запрыгивать? Судя по всему. Там еще чел сидит. Тут добил. Там жог, не жог. А, он выпрыгнул оттуда, ты погляди на него. Блин, я застрял. Ну пройди, пожалуйста, пройди. Ну не идет просто и все. Ладно, я пока другого заберу. Ой, а кто это у нас тут выбежал, а? Оп, найс. Я застрял, понимаю. Ладно. Не беда, я с этой стороны выйду. Я слышал в спине кого-то. Гранат это был, кстати. Погнали дальше. Погнали дальше, наверное, next event имеет смысл. Сейчас еще прочекаем ресалку. Так, в локации точно один я остался? Да, в локации один остался. Все, окей, найс. Но помимо школьников, есть же и другие люди. Он как будто кого-то стоял крысил, я не знаю, ну... Он как будто кого-то расщекивал отсюда. Ладно, зашли на починки, зафармили кильчик, погнали дальше на ивент сходим. Ага. Ну, здорово. Ты уже садишься на баги, не бойся убежать, да, от меня? Не, бро, не вариант. Надо наверное, заюзать. Кто у нас здесь сидит?
И вообще, сидит ли здесь вообще хоть кто-то? Локации 2. Окей. Но пробежав через центр, я никого не услышал. А! Этот гений сидит на самой крыше. Почему у меня прицел так плавает? Вот чё это за прикол с прицелом? Видели, как он плавает у меня? Да, здесь реально люди есть, тут бывают люди. Зачем вы тут бываете? Вам чё, мест что ли других больше нет на карте? Что вы тут делаете-то? Пипец. Так. Блин, я как обычно застопился об другого Дина. Его сейчас дракон сожрет. Он чуть дракон не съел, вот этот маленький. Это было бы фиаско, конечно. Да? А, он к креслке бежит. Ты воскрешать, что ли, бежишь? Если ты воскрешать, то я, наверное, тебя подожду, чтобы ты воскресил. Больше киллов достанется. Не-не, ему пофиг на воскрешение. Он просто прыгает по всем крышам, вообще по всему, чему только можно. Бей. Так, ну сейчас здесь мы, конечно, тебя уже чуть-чуть это... Бам. Да ну нафиг! Ты прикинь, что произошло? Ты в кого такой гений? Как хорошо, что мне не пришлось полностью этого уничтожать, и ты с него спрыгнул. Ема, я чуть динозавра не просрал. Капец. Вот это нежданчик, конечно. На арабке кто-то стреляется. Ай-яй-яй-яй, больно вообще-то, мистер. А, он спрыгнул. Тише, карасик. 773. Ты шо? Кто-то на птице находится. Не застревать в текстурах. Окей, блин, ну я без Дина остался. Я остался без Дина. Это, конечно, не очень приятно. Как минимум, есть одна зацепка. Есть баги на горе. И тип летит. Ага, здесь тип стреляет. По типу, который летает. Окей. О, кстати, тот самый F-19. Чел должен быть неподалеку. Пулка на маршале, понимаю. Они стопаются, скорее всего. Надо церковь быстрее занимать. Я надеюсь, вы стопнулись? А с кем они хватятся? Вот здесь чел, кстати. Сами они вряд ли пойдут, я так понимаю. Поре слышу. Птица, кстати, улетает с реса. Я не знаю, он всех поубивал там или остался. Кстати, дроп вызывали. Надо на дроп наехать срочно. Куда и птица, кстати, летит. И там файт происходит. Блин, ну вот этот ангар... Его трудно пушить. Тип на крыше, кстати, находится. Ты чё, здесь соло, что ли, братишка? Он, походу, здесь соло.
Ёб твою мать. Те типы вроде топнулись, кстати. Блин, как ты не умер, а? По нему, что ли? Окей. Найс. Так, Мосинка наверху. Слева кто-то стреляет. Наверху где-то минимум два чела есть. На вазике видел двойку. Огромное спасибо. Огромное спасибо за косарик, огромное спасибо. Где-то еще вот здесь типы стрелялись. Угу, двойку вижу. Как вы вовремя все донатите? Вы так все вовремя донатить начали, вы не представляете просто. Так, ног открытый. А мне бенза не хватит, чтобы доехать. Мне бенза не хватит, чтобы доехать. Топлива нет. Спасибо огромное за донаты, ребят. Ребят, 45-е имеются, найдутся? По-моему, нет, да? О! Блин, патронов нету, капец. И зона очень хавает сильно. Нет, 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 нет. Ты что, так умереть это вообще бред сейчас будет? У меня еще нет увеличенного на калаше. Nice. Ладно, пофиг на лут. Я надеюсь, мне хватит этого всего. Сейчас лутаться опасненько. Надо понять, где чел сидит. Слышу, слышу. Папичу, да? Или в свечке? Свечки сидит. Спрыгнул с меня. Зона-то должна поджать уже. Ну, я слышу, что он где-то вон там находится. Должен взорваться. Как не взорвался? Должен взорваться. Спасибо. Ай-яй-яй. Вижу, типы перебегают. Да нечаянно слез. Хотел просто лечь. У меня автобег был включен. Ребят, погодите. Продолжайте такое же движение. Одного уже не успею сбить, вот второго. А-а-а. Ну тут я, конечно, прошляпился. То, что я... Как он идеально в закрытую бежит, это забей. И увеличенный нашелся. И патроны есть теперь. Ой. Ага. И за забором еще в упоре. Тебя мы добьем, братишка. Тут сорян. Ага, он кого-то нокнул, кстати. И он находится где-то в кемпе. А, я вижу, где он находится. Блин, мог прострелить. Тайминг совпал херовый. Где ты нокаешь, братишка? Они вообще даже не контролятся. Я чуть-чуть нервничаю.
Этих надо срочно добирать. Ты подождешь меня здесь, было? Подождешь. Куда ты денешься? Так, вот здесь хаешек понабрать. И закинуть себя просто, да и все. Делов-то. Бро, есть такое свойство, называется взрываться. Не хочешь попробовать? Я так понимаю, особо ты желанием не горишь взорваться, да? Я тут, к сожалению, никак запрыгнуть не могу. Найс. Найс. Ооо. Семь тысяч 772 урона.